Привет, дорогой абитуриент! Сегодня я тебе расскажу в цифрах, что же такое ФСУ. Программная инженерия, информатика и вычислительная техника, бизнес-информатика, прикладная информатика, государственное и муниципальное управление. ФСУ – это 5 направлений, которые тебе помогут получить достойный диплом, который ты не просто отдашь родителям, а сможешь работать по специальности и зарабатывать деньги. Факультет систем управления – это 2 кафедры, где ты найдешь действительно то, чем ты хочешь заниматься. Это более 100 профессиональных преподавателей, которые сделают из тебя специалиста высокого уровня. Факультет систем управления – это 48 месяцев обучения, которые пролетят так быстро, что ты даже и не заметишь. Факультет систем управления – это 175 бюджетных мест бакалавриата и 75 бюджетных мест магистратуры. Это более 50 мероприятий различных сфер деятельности, в которых ты сможешь поучаствовать вне учебы, обучаясь на факультете систем управления. Дорогой абитуриент, это очень важно. Зайдем в интернет. Окей, Google – самые востребованные профессии 2015 года в России. IT-специалист. Эту профессию ты сможешь получить у нас на факультете систем управления. И запомни самое главное, дорогой абитуриент. Город Томск, проспект Ленина, 40, аудитория 230, приемная комиссия факультета систем управления ждет тебя.